озера сыграют. Это еще надо завтра, блядь, сидеть. Ждать. Это так нахуй не люблю. Кого ждешь в финале? Мне без разницы. Кто сможет, того и жду. Уверен в своей завтрашней победе? Я не то, что уверен, я просто знаю, что я могу победить. Я знаю себя, вот и все. Форма у меня не такая хорошая, как могла бы быть, учитывая габариты турнира, но, как видите, этого хватает. Что будет, то будет, завтра увидим. Играть буду до последнего. До конца, нахуй. Вот нахуй ты мне пишешь про финал 3-2-2. Вот, скажи, вот как я тебе, блядь, должен ответить? Ничего у меня не вызываешь, кроме, нахуй, негатива. Играл на Экапе, конечно, играл на Батлнете, блядь. Так, ребятки, я чуть-чуть отойду на минуток. 4-5, может быть. Башка начинает болеть, нахуй, температура поднимается. Надо немного подышать.
Ну что, ребята, блядь, 3-2-2, дата и срога, нахуй. Рома же его убивал вроде, блядь. Я с телефона отходил, смотрел, не видел точно, но... Хуйня неприятная, после мисса убегать, сука, с 12 хитпоинтов под крипами. Ладно, мне уже в тошноту немного, такой жанр. Надо что-нибудь, что дальше идет? О, курш, нахуй. Пойдет, блядь. Тоже таяли дыша, друг Ромка ночи молодец. прикроет После того, дверь, как он чуть не умер, тьма из-за этого он начал отыгрываться. ночи. Катала слишком много, отпустил. Как так все Что нужно, смертный? Нет, только сегодня узнал, что химичка поставила мне 2 в году, после чего я заявляю, что училки по химии самые, бля... Слайма, кстати, тебя донаты должны быть, нахуй, в четырехзначных значениях, блядь. Спасибо, сука. Тем более на такие темы. Четыре фласки, два брейсера. Грамотное решение, обгрыженный стик. Продлевай, Блять, ну почему? Там одна фласка всего. Продлевай, хиту его, пользуйся. Покупай тапок сам Рома, блядь. Вот это Ромка отыгрывает на турнаменте, блядь. Дает жару, сука, игрокам. А шо на творце? У Рома, блядь, на 400 больше. Ну брейсеры, а там расходники, походу, не шьются. 330? Уже 60, он только что съел его. Было 150. Ой, 130. А, это ГПМ, блядь. Я глазами не вижу, но я сказал. На 400-500, блядь. Он только что пачку. Идеально, блядь, он и под первый подставался. Жал бы стики, выбил бы все расходники. Ну, я фейсет не ломал, можете на меня не гнать. Байтит каталу. Не подпускай к тавру, не подпускай к тавру. Хит под этого. Ну зачем, блядь? Ну этими разобьют тебе на дистанции. Надо наказывать, нахуй. У Ромы слишком все охуенно сейчас. Игра просто в его руках. Мисс. Блять, ну зачем ты жмешь? Ты сначала жмешь койл, а потом, если чувствуешь, что он не успевает нажать, уже выебываешься. Адреналин. Ну, блять, ну это... Это уже слишком большое желание выиграть. Там, где... Уже из жопы лезть. Нельзя так играть против опытного соперника. Если бы он все это сделал быстро, мгновенно, раз-два, тогда, возможно, он даже стики не успел бы нажать. А так он себя сейчас подруинил. Что нужно, смертный? Недвиг. Ну, это правда. Не скипай мой донат, пш.
Я верю, что каждый учитель по химии вымрет от спида, Осуждаю донат. Осуждаю донат. 20 раз мразь ебаная. Да я знаю, что это не Слаймакс. Это Моргенштерн, блядь, вчерашний. Слишком большой запас ресов из-за отсутствия потраченных на тапок. И когда он тут стики нажал, он просто откатил преимущество свое. Да, обидно, конечно, такое будет проиграть, блядь. Из-за такой ошибки, сука, тут глупой. Глупейший, что ты не можешь себя сдержать, блядь. Ну, Рома может. Ну, зная этого человека, он будет просто по хиту, по возможности, товар бить. Если Рома еще и раз его отпустит. Какой кларити, блядь. Рамис кликнул, случайно принес. Ну хотя, если с тапком подставляться не будет, но он идет в контакт сразу. Я думал, сейчас пачку отдаст. Хорошо. Очень сильно. Продлить? Фласка? Я не знаю, как создается список запрещенок на донейшене. Тут же мудрец задает вопрос. Что же не хватает вам у вас есть все снимать и проблема на набредит бардак. Люди бредят, не хотят работать как так. На этот вопрос собралась толпа. Говорят, не надо ты много. По стикам у Сландера лучше, у Ромы. И поддавить он может, по ресам тоже выигрывает. Молодец. Интересно, хорошо хоть в кусты летит, если бы он так и каталу взорвал, я бы, блядь. На нервишке играет. Под первый. Молодец, Ромка нахуй, чувствует себя лучше всех. Красавец. Это достойная игра. Жмет стики, подпушивает тавер. Идеально. Ideal называется. Время прошло уже много лет. Умница, нахуй. Искусственный свет. Больше потребностей в нем нет, большой лишь песни старых. Очень хорошо. Все поголовно предались мечтам. Крылья придумали, стали взлетать. Ближе и ближе. Сделай же что, чтобы худо не произошло. Катала понимает, что если он допустит кату, блядь, просядет по ресурсам, то это пизда придет. Так подставляться под фласку нельзя. Там ката один хуй умрет от тавера за три удара.
Выигран размен. Ну ладно, рискну. Он еще может его переиграть на ХГ. Даже похуй на этот тапок. Ну куда ты, Ромочка? Ну. Ладно, по две, но катало лучше. На 500 хп запаса. Тапком воспользовался, дал второй, катало не смог продлить. Главное сейчас не подставиться. Купи, не останови курьера, да купи вторую фласку Ферик. Еще останови. Ферик, три фласки. Манга. Нормально, ладно. Играется. Насчет пойти в кусты, конечно, но это опять олынить, когда у тебя... Ой, все плюс-минус хорошо. Привет, Франк. Вот, смотри. Видит он противника на варде. Блять, только не умри. Слишком много хитпоинтов. Против каталы таким стилем. Он умирает на роме, если... А, ну стики жмет. Хорошо. Блять. Скролла нет, очень плохо. Что ему летит? Куда ты? Он его снесет, скорее всего, если на варде он не подставится. Тапок решит свою. Сбивает. Побоялся. Катал сам, блядь, на нервах. Надо обходить. Обходить еще раз. Не идет. Они тут, блядь, фласы. Даже не думай. Ты можешь рашить пачку и ждать ресурсов. Там 4 удара товару. Блядь, ему этот размен не нужен. Куда ты подставляешься? Ну, не попадать, не достает. Ну не проигрывай по группам игру, блядь. Тебе этот 1-0 очень много даст. Нет, ну какой размен, сука? Что блядь? Вызывает. У Каталы тоже критическая ситуация. Тавару 2 удара. Остается без... Надо действовать. Долго нету расходников. Катала будет встречать и умрет. Чекайте. Иди, не бойся. Второй, третий. Молодец, Румка. Красавец. Вот бы, блядь, еще закрепить бы это под 2-0, нахуй. А тот, от кого никогда не ожидаешь, как правило, такое показывает. Если Катала сейчас не сможет его переломать со старта морально, с пачки, то это будет, скорее всего, 2-0. Главное не расслабляться ему. Очень сильно. Куча микроошибок, куча ненужных действий, но вот этот вот надежда и уверенность в себе. Пошел против Каталы, зашел за Тавар. Ой, блядь, через Реквиум расхатал Тавар, тем самым заставил Каталу пойти в критический размен, потому что понимает, что до удара остается без ресурсов, его оставил. Молодец. Да, Куру убил. С одной флаской, правда, но все равно. Это дало свое. Много раз тут подставлялся без расходников. Когда умирает с двух кайлов и одного хита. На два кайла подставляется, успевает уйти. Ну, опять же, игра в тап, с тапком. Такое позволяет делать тоже. Но это очень опасно. Обидно проигрывать, когда
ты, ну, в шагу от победы. Вся музыка заебала. Я уже не знаю, что включить нахуй. Давай гуфаку старого доброго. Хотя пуху обнажу. Обнаженный кайф. Один ноль. Рома ведет. Но мне кажется, катала. Реабилитируется. Он прочувствовал, как Рома ошибается, в каких местах, что с ним происходит, и знает уже, что с ним делать. Ну, я верю. Сильно в себя уже Рома верит. На таком, знаешь, играет уже максимально таким первым. Знаешь, что за спиной первая карта уверенность дает. Оба забирают паранджу. Под крипами хорошо мисуют. Катала не было на хайграунде. Соответственно, появление мисов ниоткуда. Хорошо контролит под хит тавера. Отлично. Катала проебала одного крипа. Фришного. Не может сконцентрироваться, судя по всему. Такие переживания, возможно, даже... Так, 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 дать койл. Ой, молодец, еще из хита. Тут с руки успевает. Блять, Ромка, это сенсация, нахуй, какая-то. Ай, реагнул, почти. Микросекунда, блядь, и добил. Уверенный плейстайл, очень уверенный. Просто не чувствуя соперника, могу так сказать. Перекатывая, блять. Продлевает, успевает. А нет, просто дамаж большой. Там листанка мне показалось. Перфическим дрым еще продлевает. Блять, если бы еще раз джаз забрал. Как я люблю всегда мешать. Чел поставил на каталу 80к? Ну нахуй. Я бы на месте Ромы уже не пытался бы газовать, не продлевал бы, ну это бьет флаской. Держи на дистанции, потом вдруг под первый подставится, убьешь. Фласку он жать не будет, он не дурак. То есть у Ромы сейчас есть большой плюс закрепиться, очень сильно закрепиться. Если он не будет спешить, поддаваться вот этому адреналину своему, один съесть, один совместить, ну сразу два есть, не очень грамотно. Не стоит ему эти размены идти. Перетягивай пачку, просто фарми. У тебя все лучше, блядь. Ну, блядь. Не поверил, катала сам эту хуйню.
можно из-за ошибок такое начало руинить. Пытался подловить, катало на такое, учитывая, что он 1-0 проигрывает, не подставится, не подбороться. Хорошо, отлично, перетяни, не надо продлевать, блять, не играйся с ним, сука. Очень слабое чувство контроля происходящего, блять. Очень он уверенно играет, но... То, что происходит, так нельзя делать. Что нужно, смертный? Бастан Персант, проект Масин. Спасибо. Спасибо за трек. Да, кстати, кто хочет, можешь минималку кидать, донат, ну, трек ютубовский на фон. Просто если с таким стартом игрок против Катала бы играл поопытней, грубо говоря, по скилловей, он бы, блядь, уже бы с фулбрейсерами и грейзерными стиками был. Очень много ошибок, но даже так он это ведет. Но хочу заметить, что Катал его нагоняет. Посмотрите, Динаев в два раза больше, 12 на 6. Скорее всего, он эту карту, блядь, заберет. Всегда выходит грамотная размена, два хита у него больше. Рома как будто не чувствует. Если даже погаснет звук, снарядом шипелы, я лучше сору в связке, чем тормозной концерт. Плевать, где на окраинах или... Жалковато мне за Ромку, он тут, сука, отдает это. Перед двумя тысячами, исключительно в качестве независимо от количества. У меня в бричке блинчики, с правильным рэпчиком у меня в речи много непонятных. Ну, игра продолжается. Мастерен, как прессия, смерия, у мамы твердит, мог твои сверстники, домой семейный здесь. Все может поменяться в любой размен. Если под ним не снял хотя бы питов, вечно ломать. Тот, кто меня знает, без сомнения скажет, что он везде, а с этим ту и с рэпом никогда не завяжу. Под медом свинцового купола. Что нужно, смертный? Http. Спасибо, Рон, поставлю по очереди. Молодец, Ромка, второе дыхание поймал, судя по скорости того, что он делает. Седьмой левел. Это вот дало постоянный прессинг в лучшей дистанции. Он его зонил и добивал крипов, даже просто крип умирали, он экспы не получал. Блять, прессинг. Там уже резы. С дополнительной флаской. Очень плохо Рома разыграл эту серию. Зачем ты подставляешься? Ну не подставится он так, блять, в разбег. Вон этот завязывал с рэпом дважды, не вышло. Мама верит, что завяжет однажды. Мне 29, и для меня остается важным быть первым и реально первым негодяжным. Мучить степами текстав совместно. Жалковато, что он просто в идеальной ситуации дает шанс Катали. Когда он мог 2-0 выиграть. Я со всем этим совершенно вряд ли. Хорошо, парень, спасибо. Просто обидно, если он в итоге 2-1 проиграет. Еще никого не хороним, но с таким стартом, это, ребята, это выигрыш. Он 2-0 должен его закрывать. Скорее всего, усталость. И большое желание убить. Уже аж фальшивое, блядь. А это валерцы делаются, не фартуга.
огня, я верю в Рому. Все еще может быть. Хорошо, по лесам там. Ну, грамотный скролл, блядь. Размен пачки очень грамотный. Рома тратит свои ресурсы. Скролла у него нету, пытается сейчас будет выбивать стапка с пачки тапок. Посмотрим. Театр без крыши, прикинь. Зимой в снегу он тихо спит. Ждет тепла, а лети видит сны. И вот минул июнь. Я нормально. И в том театре улики. Пишут мне 1xbet с рекламой, блять, но я не знаю нахуй. Подстава это не подстава, надо людей найти, блять. На берегу Москва реки. Стоит театр без крыши, прикинь. Зимой в снегу он тихо спит, тихо спит. Ждет тепла, а лети видит сны. Вот минул июнь, за ним июль. И в том театре у реки на берегу концерт. И несколько тысяч поют мою игру. И ты, друг, в первом ритме. Парк Горького будет взят кольцо пробками. И беспонтовыми окажутся мигалки с корками. В прошлом году Ленинский замер, как парализованный. Кто-то на взводе и зол был, а кто-то на взводе без злобы. Очередь растянулась на несколько сот метров. Сука, как мне, блядь, неприятно за Рому, нахуй. Блять, просто бы подключиться хотя бы на минуту. Вот в такое начало, которое у него было, знаете, зайти, ему сделать все правильно, набрать, ну, закрепить и потом назад выйти, блять. Три пачки отыграть, да? Жалковато, жалковато. Я надеюсь, он сможет третью выиграть. Хорошо. Я прошел через служебную за кулисы, вроде все. Ну куда сейчас, блядь? Ну, лучше ты на хит оставь, а потом он, если вдруг залынет. Пожалуй, самый сложный, возможно, последний. Быть может, продолжим. Спасибо, кто верит. Вася и Леша. На берегу Москва реки. Стоит театр без крыши, прикинь. Ну, лично для меня Рома на этом турнире, блядь, сам себя превзошел. Играть с такими ребятами, их выигрывать, еще и с такой легкостью. Ну, а катала тут во второй просто по опыту. Только из-за этого, блядь. Питается ошибками соперника. Хорошо, и по-моему это правильно, то что площадка Стаса Намина нам предоставлена один раз в году. В середине лета Баста, Ростов-на-Дону, ВУФ, Москва, центр, и ведь это... Чел мне в трейдофер кидает нож на плечи на СФ, блядь. Парень, спасибо тебе большое. Откажусь, блядь. К 18:00 уже можно начинать подтягиваться. Мы в свою очередь будем делать то, что умеем. Вот и все, в общем-то, ждем всех наших людей. На берегу Москвы. Дефит пачку, чтобы быстрее слить крипов. Рома думает, что он с маках обходит. Катало и так его. Наверное, убьет. Но стапка Рома может реализовать как-то. Из-за дополнительных ресурсов. Ну, Катали опять приезжает смог с лаской, но все, он пойдет. Не прочитает. Ой, досадно, если бы не проебал бы хит, но он все равно убил бы. Сука! Он должен был это 2-0 закрывать. Это, блядь, было 2-0, нахуй. Ну, от того интересней, сможет ли он сейчас переломать. Покажи, какой нож, я уже удалил, нахуй. Приложение. Такой-то коричневый, нахуй, дешевка, блядь. 100%. Что мне еще могут кинуть, блядь? Смешно, ребят, смешно, нахуй.
Хорошо, Слаймекс, принял, проверяй. Нет, я никого вообще нахуй не тренил. Я за последние дни, блядь, не играл даже. Он наваливает на имке, Давай, Рома, сука, давай. Два начала в хлам отдал Катала Сандлеру. Если еще и третье сейчас начало заберет, и Рома не сможет, блядь, заставить себя выиграть это. Очень печально такое проигрывать. Посмотрим. 1-1. Ой, ну вся бэби такая. Чисто Дианка, блядь. Что нужно, смертный? https://www.youtube.com/watch/v=mat. Спасибо. Блять, Роман, какой ты молодец, сука. Просто, блять, злости нахуй. Килограммы, блять. Ну нельзя, нельзя такое делать. Ласка только идет. Блять, я его не узнаю, нахуй. Это пиздец. Спасибо за сам. Как же он играет, сука. Главное не заигрываться. Катала с начальных кайлов с одного танка. Это все восстановит. Не ведись на это, блядь. Закрепи преимущество с таким КСом, блядь. Ради бога. Хорошо, понял. Блядь, я это один вижу, да? Сука, должен был набрать, это пиздец. Не ведись, не ведись. Хорошая позиция, можешь поджать, сука, я подыграл бы его, да? Ну какая фласка, блядь. Сука, меньше полфласки завязал. Блять, ну поначалу это нечто, нахуй. Шансы есть у кого? У него шансы 2-0 выиграть, блядь, стопроцентные, нахуй, были. На ошибках катал, откатал просто свое преимущество и начал одеваться. О! Проблемки начинаются.
Хорошо, ой, блядь, умница. Опять конченая фласка. Сука, минимум еще один рейс. Меня это уже бесит, блядь. А, точно, все, спасибо за донат. Alors, qui dit études, qui travaille, qui dit taf, je dis les thunes, qui dit argent, qui dépense, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, je dis huissier, qui dit assis dans la merde, coil, coil. Qui dit amour, qui les gosses, qui toujours et dit gosses, qui dit proche, je dis deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, je dis monde, qui dit famille, qui dit amour, et qui dit fatigue, qui réveille, encore sourd de la veille, alors on sort. Ну зачем сразу жать? Ну, Рома, блядь. Ну, поиграйся ты над ним, блядь. Идеально. Давай, давай, прокликай, прокликай. Опять ранняя фласка, сука. Он очень много теряет. Даже несмотря на то, что он ведет. Один раз он ошибается, все это преимущество почти, блядь, исчезает. Но тут слишком много, я согласен, но все равно. Блять, вот это разрывы нахуй. Ну, ай, шо ж ты. Ну дай рейс, дай рейс. Даже если ты подставишься, ты под... Все отрегенишься. Второй брейсер. Ну тут можно делать второй брейсер, а не грешный стик, потому что катало в слишком проигранной ситуации. Хорошо. Спасибо за сам. Ай, блядь. Опять тапок покупай. Хочет все-таки отомстить именно фрагом. Ну или взять в свой контроль игру. Ударить вражеского рейнджа под контроль, ну, не хочет. Не подпускать, не подпускать, раш быстрее. Трек это микс какой-то, это не трек. На самом деле тут делай что хочешь, тут скорее всего уже 2-1 в пользу Румы. Так, грыженый стик. Совершенно верно, и подкрепить еще больше рисами. Правильно, перестроился. Хорошо. Все, отойти, фласочкой отпить, два манга нажать. Все идеально, да. Отлично, ой, бля. За милую душу, на, нахуй. Две фласки, одна манга. Нельзя подставляться, у тебя не хватает. Ты из-за брейсеров. Какие стики, блядь. Ну нервничает, нервничает. Думал, что убьет. Пиздец. Блядь. Вот от этого все начинается. Когда соперник сейчас его подловит. Сука. Сука.
Это пиздец. Ну куда ты? Пачка, ну не запушит, конечно. Хотя может. Может, может, будет. Shawty poppin' Molly for a soul, yeah. I never want nobody sober. Я вам говорю, одна неосторожность из-за того, что он понажимал свои фласки так коряво, из-за этого это и происходит. У него нету слишком большого преимущества в ресурсе. Из-за того, что он просто, грубо говоря, за 5 фласок 3 выбросил на ветер. Лифа у него вроде нету, да. Тапок. Переломная ситуация, сука. Спасибо за подписки, ребята. Как бы мне не хотелось это признавать, но Рома, блядь, против такого игрока, знающего, очень много отдал. Но все равно ресурсов пачка. Всего хватает, играть можно. Я понял, блять, это там купил книгу. Сука, ебаная рот, нахуй. Я бы тебя брал грубо. Я бы тебя нежно, нежно. Какая нахуй пизда, блядь? Блять, у меня блядский микрофон, я слышу, как он тикает. Меня сейчас нормально слышно, вот сейчас? Раз, раз. Раз, раз. Да, нормально. Два тапка. Ситуация. Что там летит, сука? 1-2. Хорошо, хороший дотшот Румы, блядь. Ну, но... ой, блядь, как же, сука, тяжело ему будет это выиграть. Так обидно, блядь, пиздец. Когда ты, блядь, реально выигрываешь. В нулину, в хламину. Но вот этот вот недочет с ебучей с ласками. И вот эта вот, сука, неаккуратность. Один раз ты ошибаешься, это приводит к фаталу. Семь на семь. У Ромы будет меньше хп, но стики аннулируют. Но все равно один удар катало больше. На два даже. Ой, блядь. Так.
Доджер второй Рома, две фласки, хорошо. Сука, какая же это рвань. Когда, блядь, Роме, чтобы выиграть, надо просто нихуя не сделать, перетерпеть. А он так ошибается, блядь. Ебучий мисс, сука. На одну фласку катал и всегда больше сейчас. И по хп. На два удара, блядь. Уже на три, на четыре. Ой-ой-ой, прочувствовал. Заставил Каталу пронервничать. Но все равно ситуация с Тавером сложная. Надо жать быструю подачу курьера прямо сейчас. Если сейчас неудачно разменяется, а он с таким количеством хитпоинтов не может хорошо разменяться. Только если раскайтит. Попытается словить на стиках. Единственный вариант. Въебал рейс. Пустоту накатали. Второй. Нажал, но это надо идти, блядь. Если ты такое делаешь, то лучше сразу идти, потом уже. Хороший запас. Что там прилетело? Две фласки. 12-й. Книжку он покупал или нет на Руме, блядь? Не знаю, купил он или нет первую книжку. Катала точно купил. Две фласки. Замечательно. Очень важная сейчас будет игра с катапультой. Катала на опыте может просто передавить. Опять подставляется под лишний хит. Больше быстрее рашит ее. Дает дальний под тапком. Ошибочно останавливается на Сэндли, надо просто было убегать, блядь. 3-1. 3-1, только у Ромы сейчас ситуация лучше. Если он доживет до следующего курьера, не подставится, он подставляется. Не надо было жать стик. Он... Сука, блядь. Рома на голову ниже в плане макро. Поначалу он три карты начала просто в ноль, нахуй. В мясо. Хороший размен для Ромы. Замечательно. Прямо сейчас рискуй, рискуй, сбежайся. Даже под крипами нажать. Это плюс. У тебя на два хита с руки больше. Переигрывай, переигрывай. Да-да-да-да-да, молодец. Передержал. 2-1, денег нету. За контроль? Не подставляйся под крипами, блядь, пожалуйста. Хорошо. Ой, блядь. Последний тик ты все. Я сейчас, понимаете, я просто хочу, чтобы Рома выиграл. Я понимаю, как идеально отыграть, но то, что он делает, меня просто, сука, убивает, нахуй. Меня как будто, блядь... Обходит, реквиум. Ну, глиф есть, но все равно выбит пачку. Раз, два, три хита, пока крипы есть. Два хита дал по 100, нахуй. Куру в 3-4 фласки. Катала держит запас. Давай, по кулачку.
Бля, у меня глаза устали, пиздец. В данный момент у Сандлера лучше. У Сандлера лучше ситуация, несмотря даже на манну. С хитами. Ответь, ответь, Кайлун. Он все делает, когда не надо. Ну, слишком большой запас ресурсов. Сбивал катала, попадал, просто думал, не успеет. 15 левел раньше Рома возьмет. Хорошо обвел. Я обнажал первый. Ну, катала не пошел за тавер. Привет, Глик, привет. Не под крипами, молодец. Отойти. Хорошо. Хорошо. Ну бей с хитов, убивай. Отлично. Под койл подставился, когда, блядь, 300 хп в стэше лежат, конечно, это неприятно. Вторую книгу будут покупать. Большое количество ресурсов. Если он прочувствует, как против него надо это отыграть, он это выиграет. Просто переиграть. Хорошо, хорошо. У тебя больше. Нажми первый в пачку. Не подставляйся. Не бойся, не бойся. Не ставь. Ну какой, блядь, глиф? Какой, сука, глиф? Этот же... Кобра сейчас, блядь, пачку зарашит. Ты одна ошибка зайдет с реквиума, снесет тебя, блядь. Еще и ката идет. Но другое дело, что он может не отпустить его. То есть, если Рома прямо сейчас его убить может. Большое количество ресурсов. Нельзя, нельзя, нельзя. Хорошо. Второй, третий, второй, третий. Есть, есть, нажимает стики. А нет, стоп, у него нет глифа. Так у того тоже глифа нет. А чё мне показывает, что готов? Походу, блядь, бахло без, сука. Пятьсот на руках. Курьера надо было подождать, это может стать критично, блядь. У этого две фласки больше. Но у Рома сейчас ситуация просто лакшери. Если он не подпустит к своему таверу, то что он должен делать? Попытайся задоджить. Додж. Ладно. Хорошо, хорошо. Все у Ромы заебись. Рома ведет к победе себя. Исходя из того, что я вижу. Катала не успевает по ресурсам. Да, ему летят два мага быстрее с фласками, но у Ромы просто на 300 хп больше. Из агрейженных стиков и... Блять, что сейчас было, сука? Давай, давай, с руки, с руки. Не-не-не, ну не... Так, хорошо. Пять фласок. Против трех. И сейчас будет нажимать после рейза. Даже сразу, наверное. Рома это выиграл. Такое нахуй не отпускается. Давай, глиф. Хотя он глиф ставил. Второй. Чё ты его не убил, сука? Я бы его сейчас убил, блядь. Сейчас у этого есть реквиум. Дать Кайлы выпить ресурсы.
Просто поймите, ребят, какой... Ну, какое, какая разница в опыте? У каталы 1030 игр, нахуй, 1x1. У Ромы, если, блядь, 1000 будет, так это еще дай бог, нахуй. Понимаете? И что происходит? Он три карты в ноль его перекэшивает. Ну, просто из-за недостатка опыта и частых мелких ошибок он ошибается. Там Реквилл, но у него все очень хорошо по рисам. Трика онлайн, да, спасибо всем, что смотрите. Подписывайтесь, главное, бесплатно. Это тоже важно. Второй? Все, 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 первый играть с ним. Давай. Байтит. Да, он ничего не сделает этим регионом. Он не догонит его. Не встречай только, пожалуйста, не играй с Богом, блядь. Хорошо, переложить одна фласка. У тебя реквием через 10. Отойди, сука. Отойди, не подставься под рейс без статуф. Твоя задача сейчас кипнуть пачку. Все. Блять, он с руки сейчас зайдет его нахуй. Главное не подставляться вот под такое, блядь. Не стой ФК. Самый важный момент игры. Блядь. Обходит. Ты можешь побежать. Там же тоже нету глифа. Если что, я бы сейчас первым сломал бы, нахуй. Там еще и ката. Не проебать куру. Я не хочу нахуй на это смотреть. Очень противная нахуй. Это была победа. Это было что 2-0, что 2-1 в его пользу. Des chaussures magnifiques pour vous, des chaussures. Vous comprenez chaussures?